эти ребята стали победителями. В начале концертного сезона, а может быть, даже сразу после прошедшей Обнинской ноты, вдруг мы задумались. Ну, приезжают к нам интересные люди. Вот они мелькнули. Сами знаете, фестивальный формат, он... Что там, человек выходит максимум на две песни на сцену. Вот мы их увидели. Они нам понравились, и все, и они уехали. И что? И для чего нам тогда фестиваль, если мы их больше никогда не увидим? Зачем тогда проводить фестиваль и их находить, этих людей? И вообще, а дружить? А любовь, да. Да. А вот именно, вот, вот. И, собственно, из этой мысли родилась мысль, что должны они к нам возвращаться. И уже не за дипломами. Они, пусть они к нам вернутся и, наконец-то, нам попоют, покажут себя во всей красе. Причем, как выясняется, мы их еще и не во всей-то красе видели. Потому что, например, дуэт «Птица-енот», они, оказывается, у нас-то победили как исполнители, а они, оказывается, еще и авторы. Причем не признались нам на Обнинской ноте, но, может быть, признаются сегодня. Вот. Такой у нас получается год. Все время мы как бы в этом году вспоминаем всех, кто нам полюбился, и к нам приезжают люди, которые у нас уже были. И вот настал черед лауреатов Обнинской ноты. И первыми я приглашаю на сцену тех, кто сегодня приехал раньше всех. Наверное, потому что они дальше всех живут. Дуэт из Санкт-Петербурга «Птица-енот» Ирина Петровская и Сергей Нотик.